Привет! Вы находитесь на канале «Коробка красок». Сегодня хочу нарисовать две модульные картины. Кто не знает, немного расскажу, что это такое. Составную картину из нескольких частей называют модульной картиной. Если она состоит из двух картин, то ее называют диптих. Если из трех, то триптих. Если же составных частей больше трех, то полиптих. Сегодня я буду рисовать триптих и полиптих. Каждая часть такой картины пишется на отдельном холсте. В моем случае я буду писать на акварельной бумаге и затем буду оформлять их в рамки. Ну, в общем, увидите все в конце видео. Приступим! Thank you.
друзья, эти картины выглядят на стене. Как вы видите, модули картин крепятся на стену рядом на некотором расстоянии друг от друга. Мне кажется, способ оформления интерьера с помощью составных картин создает в помещении иллюзию движения и делает саму картину более живой. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. Также вступайте в группы, ссылки на них в описании под видео. А на этом у меня все. Всем пока и до новых встреч!